Короче, история из караоке от Дани. Сейчас он ее расскажет, потому что я не могу вспомнить. Он расскажет, а потом Димон что-то скажет. А потом снова Даня что-то скажет. И так работает фристайл, you know? Говорю, моя история про караоке настолько странная, что я не хотел бы читать об этом строке. Это был корпоратив, ребята. Это был корпоратив, и там был позитив. Да, его было много, и это было классно. Но проблема в том, что в какой-то момент туда ворвался Димаста. Нет. А мы просто пели очень странные песни, потому что в караоке так интересней. В общем, я застал фишку всего караоке во всей амплитуде. Пьяные люди, пьяные дебоширы пели очень странные песни, которые я не знаю. И мне это вообще не нравилось ни хрена. У меня разболелась голова. Да, я такой, что? Берка Сердючка, что? Гражданская оборона, что? Дайте мне Нойза. А Нойза никто не поет, блин, кроме песни «Выдыхай». Ну, никто не знал, что там будет этот тайм. Что, да, не придется что-то там петь. Но в какой-то момент я узнал, что всем моим сотрудникам на ухо наступил медведь. И потом они сказали, Даня, ну давай попробуй ты. Че ты дал вообще умеешь? Давай, не кидай здесь понты. Я думаю, ну ладно, давайте мне сюда песню, все будет здорово. И, короче, я сделал клево, блин. Я врубил Киркорова и сделал клево, блин. Ну ладно, на самом деле там был не Киркоров, там был, по-моему, Королей Шута, мы фигачили. Там рядом за столиком были странные типы, они говорят, а ну дайте мне вот этого, сейчас со мной батлиться будешь ты. Я говорю, ну давайте попробуем, хорошо, что будем петь. Они такие, все, блин, Короля и Шута, разъебем, понял, медь. Я такой... Давайте, хорошо, что будет за песня. Они говорят, разбежавшись, прыгнул со скалы, понял? Я говорю, ну, давай разнесу тебя, парень. Понял. И, короче, так и было. Он очень невнятно, пьяно не попадал в слова. А я разносил так, что просто обо мне в этом караоке расходилась молва. Они такие, какой он классный чувак, как он круто это делает, просто ёбаный фак. И, в общем, вот такая у меня была история. И потом никто не ходил со мной в караоке, блин. Ой, да ладно. А, да ладно. Ой, это да было ладно. Все давно и неправда. Ой, да ладно. Была. Ой, да ладно. Все давно. Это было все давно и неправда. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно и неправда. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно. Теперь твоя история. Хорошо, я помню, как мы с ребятами, с киношниками, короче, погнали в караоке. Я расскажу историю. Сейчас я расскажу историю. Одну историю. Не две истории. А что? Правильно, одну историю. Это будет одна история. Один это чуть меньше, чем два, но чуть больше, чем ноль. В крови алкоголь, а в сердце боль. Я помню, как мы с киношниками собрались в караоке. О, я вспомнил. И мы с Серегой дико накидались, как обычно. Это было не совсем прилично, но мы вели себя довольно-таки типично. Типа для киношников, знаете. И вот мы входим в зал, там все светится и сияет со своим алкоголем, потому что так было можно. Я как-то притворился, что я Иосиф Пригожин, типа побрился на лысо и так типа нас пропустили. Вот. Мы сказали, что мы настили, что к тому же разлили, соответственно, алкоголь по рюмкам, выпили по стопочке, потом еще по стопочке, потом еще по стопочке, а потом... еще по одной. И, короче, понеслось пиздец. Песни лепс, хуепс, блядь, ваенга вообще. А нам, блядь, типа, ну, 20 лет, но мы все равно угорали люто. И вот... наступил момент, когда ребята сказали нам, что они едут в Казахстан. И мы включили песню на казахском. И у меня есть видос, где Серега люто орет на казахском, непонятно что. Это было очень смешно. В принципе, это вся история. Потом, мне кажется, плевали в него. Но ладно, не буду подставлять, называть имен и подставлять братву. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно, неправда. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно, неправда. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно, неправда. Ой, да ладно. Ой, да ладно. Это было все давно. Так, мы рассказали свои две истории. Теперь ребята, ваша очередь, ребята, true story, блин. Ты согласен? Факты, факты мы ждем. Ребята, давайте пишите в чат, ё-моё. Ваша срочная история, мы про них зачитаем. Мы докрутим над ножичкой, добавим фристайл. Ваша история, тебе будет здорово. Поэтому мы ждем ровно 2 секунды. Или я включаю нахуй Филиппа Киркорова.